Всем привет, меня зовут Боксик, и сегодня я вам покажу мобов из Нижнего мира по росту. Самый маленький моб по росту — это лавовый куб. Высота его 1,2 блока, а ширина 1,2 блока. На втором месте у нас Хоглин и Зоглин. Высота их 1,4 блока, а ширина 1,3965 блока. Далее у нас идет Страйдер. Высота его 1,7 блока, а ширина 0,9 блока. Далее у нас идет Ифрит. Высота его 1,8 блока, а ширина 0,6 блока. А также у Пиглина, брутального Пиглина и зомби-свиня-человека, высота 1,8 блоков, а ширина 0,6 блоков. Далее у нас идет Скелет и Сушитель, высота которого 3 блока. Высота Иссушителя 3,5 блоков, а ширина 0,9 блоков. И самый последний моб — это Гаст, высота которого 4 блока и ширина тоже 4 блока.